Сыктывкарская поликлиника номер 3 – образец для подражания. Оптимизированная, бережливая, с так называемой вежливой регистратурой, удобной навигацией и колл-центром. И это всего за год. В республике 50 поликлиник, и к завершению у нас проектов, то есть через 6 лет, все 50 должны стать такими же. Опыт этого медучреждения красноречиво говорит, мы уже умеем делать так, как нужно. Главным же риском для реализации у нас проектов здравоохранения и демография, судя по всему, становится человеческий фактор, то есть кадровый вопрос. Например, в Сыктывкарской поликлинике укомплектованность терапевтами не достигает 70%. В районах цифры редко более обнадеживающие. Она это не только вот здесь, вот в республике Коми, это вообще во многих, почти во всех регионах на первом месте это проблема квалифицированных кадров, особенно кадров первичного звена. Это поликлиники, в данном случае это онкологи в поликлиниках, в центральных районных больницах. В нацпроекте здравоохранения у онкологической помощи приоритет. По частоте смертности от рака наш регион, увы, пока занимает высокие строчки в антирейтингах. Поэтому неудивительно, что один из главных объектов, который посетили парламентарии, новое радиологическое отделение онкодиспансера. Его закончат в 2021 году. На сегодняшний день у нас есть еще одна проблема – это отсутствие своей поликлиники. Вот. И после ввода в эксплуатацию второй очереди радиологии, вот наше текущее здание мы планируем перестроить под поликлинику онкодиспансера. Вот. Необходимые работы ведутся, и в дальнейшем у нас будет рядом с новой радиологией новая поликлиника. В целом же по этим нацпроектам большая работа предстоит в части информатизации и, что гораздо сложнее, кадров. А вот в готовности к нацпроекту «Культура» у нас есть чем похвастаться. Здесь мы, что называется, впереди России всей. Не в масштабах, но по активности. Наш Минкульт участвует во всех федеральных программах, в том числе пилотных, а результаты говорят сами за себя. Новые кинотеатры, библиотеки, автоклубы, инструменты для музыкальных школ. Большинство учреждений у нас муниципальные, именно на них особый акцент. В Сыктывкаре до 2022 года появится Центр культурного развития с концертным залом, хореографическими и классами для других кружков. Строительство будет осуществлять Минкульт России. За счет федеральных средств также планируется капитально отремонтировать и построить не менее 14 культурно-досуговых организаций в сельских населенных пунктах. Приоритет отдается типовым формам строительства. В 2019 году мы победили в таком отборе, и на следующей неделе уже Вуктыльский район должен будет объявить конкурс на строительство социокультурного центра в селе Почери. Также в этом году с привлечением средств наших социальных партнеров и за счет консолидированного республиканского бюджета и муниципальных средств будут возведены объекты в селе Коровий Ручей, будет возведен объект в селе Чневоры Книжпогодского района и социокультурный центр в деревне Денисовка, это Усинский район. По нацпроекту «Жилье и городская среда» мы тоже смотримся неплохо. Что касается обманутых дольщиков, федеральные ревизоры констатируют, работа с ними налажена и стоит всего 4 проблемных объекта долевого строительства. Положительно оценено и наличие республиканского фонда. Это позволяет оперативно направлять деньги на завершение недостроев. По направлению экологии объектом внимания стал склад древесных отходов, где накопление происходило с 70-х. Фактическую свалку предложили ликвидировать за счет федеральных средств. Не лучшая ситуация с предпринимательством. Сейчас в республике 29 тысяч человек активно им заняты. Работает Центр развития предпринимательства «Шонди», но согласно нацпроекту бизнесменов должно быть аж на 11 тысяч больше. Цифра кажется не такой внушительной, но заниматься бизнесом на севере банально сложнее из-за логистических, климатических и других издержек. Плюс административное давление, от которого коммерсантов нужно освобождать. Евгений Стогас, телеканал «Юрган».